Снежный барс – это крупное хищное млекопитающее семейство кошачьих, обитающее в горах Центральной Азии. Единственный постоянный житель высокогорий. По внешнему облику снежный барс напоминает леопарда. Характерная отличительная черта снежного барса – это длинный толстый хвост. Следы снежного барса большие и круглые. Широкие пушистые лапы с плоскими большими подушечками играют роль в природных снегоступах и помогают крупным кошкам равномерно распределять вес, чтобы не провалиться, ступая по рыхлому снегу. Окрас шерсти у снежных барсов светло-серый, хорошо видны редкие темные кольцевидные пятна. В целом шерсть очень теплая, густая и длинная. Мягкий мех растет даже между пальцами. Он надежно защищает крупные лапы от холода. Снежные барсы ведут одиночный образ жизни, но встречаются и семейные группы. На охоту хищники выходят перед восходом солнца и перед закатом. В дневное время животные отдыхают на скалах. В одном логове барсы могут жить несколько лет подряд. На участках с рыхлым снежным покровом звери специально протаптывают тропы, по которым могут передвигаться длительный период времени. На территории своего арсенала барсы находятся на вершине пищевой пирамиды, а поэтому конкуренция со стороны других животных не испытывает. Во время охоты прыжки снежных барсов могут достигать 10 метров в длину. Снежный барс очень красивый хищник, похожий на большую пятнистую кошку. Его еще называют ирбис. Для того, чтобы защитить это редкое животное, занесли снежного барса в Красную книгу. Снежный барс – это таинственный и загадочный зверь. До сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Для многих народов этот зверь – символ силы, благородства и власти, и полон истории об этом неуловимом хищнике. Снежный барс – это удивительный обитатель горной местности, хищный, ловкий и очень грациозный зверь. Животное не зря называется снежным.